Это означает снижение цены. Вот. 56% хотели iPhone, но не могли его купить. Ну, то есть не покупали его из-за цены. Новый iPhone, да. Да подожди, Дмитрий. Год? Годик iPhone? Про сколько? 299? 199? 249? 59. Это я угадываю пока. Ну, камон. Вряд ли. Все. Как бы официально. Introducing the iPhone 3G. То есть все. Официальное представление. Все, билет, давайте. Можно лететь, да.